относящихся к своим. Сегодня, друзья, у нас очень важная тема. И вы знаете, это моя любимая тема. И я с удовольствием в очередной раз буду ее слушать. И хочу вам рассказать, что 15 лет назад, когда я пришла в клуб, будучи врачом-инфекционистом, я понимала значимость противопаразитарных программ. Но, если честно, я все время задавалась вопросом, ну почему в клубе все начинается с кишечника? Потому что у врачей традиционной медицины как-то есть такое понимание, что ну, каждый орган лечится своим специалистом, и что такого значимого в этом кишечнике? Есть более серьезные органы, такие как мозг, сердце, причем тут кишечник? Но надо вам сказать, что благодаря тем знаниям, которые я получила в клубе, у меня, как у врача, просто произошло переформатирование сознания. И на сегодняшний день для меня кишечник – это один из самых главных органов. И, кстати, благодаря клубу я впервые, как врач, узнала о том, что был, оказывается, такой академик Уголев в 20-е годы, да, в советское время, который говорил о том, что кишечник – это второй мозг, и он доказал это. И мы на сегодняшний день тоже говорим о том, что кишечник – это второй мозг. И оказывается, между кишечником и мозгом есть непосредственные связи, взаимодействия. И от того, каков будет наш кишечник, так будет работать наш дирижер, наш мозг, и так будут работать все процессы в нашем организме. И поэтому с удовольствием я сейчас хочу представить вашему вниманию нашего спикера, нашего лектора. Это моя подруга, и это удивительный специалист, специалист в области коррекции и восстановления здоровья, за плечами которой, не побоюсь этого слова, тысячи восстановленных кишечников, восстановленного здоровья и, возможно, даже спасенных жизней. Поэтому психолог с 15-летним стажем, встречайте, Ирина Дубовая. Добрый вечер, дорогие друзья. Благодарю за такое представление. Мне это особо почетно и приятно, потому что действительно уже очень-очень много лет я в этой теме. И я в этой тему пришла тоже через личную историю, через свои проблемы с кишечником. В частности, у меня с детства не было регулярного стула. И всю жизнь родителям говорили, ну, маме в частности, говорили, ну, это такая особенность, вот как бы так. И когда я была беременна, и просто мой кишечник остановился там с какого-то месяца, я просто серьезно задумалась о том, что нет, это не особенность моего организма. Я кушаю, а куда оно все девается? И мне было страшно, очень страшно, потому что у бабушки была онкология, и я понимала, что это все токсины, это все внутри. И когда, ну, потом у меня, естественно, всякие гастриты, там, колиты, да, ну, как-то так на это все махало. Если раньше отмахивалась, да, то уже во время беременности я для себя четко поняла, что все, я рожаю, дай бог, ребенка, и потом надо заниматься своим кишечником серьезно, потому что впереди непонятно, что меня ждало с такой картинкой. И, конечно, вот благодарю Татьяну Иванову, да, благодаря ей непосредственно я узнала о коралловом клубе, и когда начала использовать продукты, программы, которые тут у нас есть, и они именно с кишечника и начинались, я в течение, наверное, первого месяца, ну, буквально через месяц, я не поняла, что происходит. Мой кишечник начинает работать все лучше и лучше, и лучше, и лучше. Через два месяца он просто работал как часики, и знаете, для меня это было чем-то вау, потому что, ну, всю свою жизнь, все свои 28 лет, ну, хорошо, там, когда я была маленькая, еще несознательная, да, была, но я привыкла к тому, что у меня надо там чернослив кушать, там, не знаю, какой-то кефир пить, да, что-то там еще, да, надо делать, какие-то травки там мама мне давала. А тут он у меня работает. И когда уже прошла программу очистки, о которой сегодня тоже буду говорить, это невероятное чувство легкости, свободы и пустоты внутри.
Хотя я не страдала лишним весом, да, но для меня вот эти ощущения были открытием, и, ну, и это, я просто тогда переосознала, через какую проблему проходят все люди, у которых нет регулярного стула, или есть расстройство кишечника, у которых есть какие-то болезненные ощущения в желудке, да, или после еды, если есть газообразование, если есть какие-то урчания, если есть какие-то дискомфорты, боли, да, если стул то в одну, то в другую сторону, да, то есть ты постоянно находишься в каком-то полном неожидании, что тебе твой организм выбросит, да? Ты тут сидишь с кем-то, общаешься, у тебя в животе... Ну вот тоже это очень не смешно, хотя сейчас я смеюсь, да? Ну, я знаю, потому что ко мне приходят люди, которые тоже жалуются на вот эти все моменты. Ну, что хочется сказать... Конечно, от состояния нашего кишечника зависит многое. Я хочу показать вам такую картинку, да, чтобы мы понимали, что вообще кишечник – это не только те вещи, которые я сейчас перечислила. Видно, да? Махните, пожалуйста. Да? Посмотрите, грязный кишечник, к чему это ведет? Это и болезни щитовидки, и проблемы бронхов легких, это и болезни желудка, и почки, и мочевой пузырь, и предстательная железа, и гинекология у женщин. То есть все это связано, и все зависит от кишечника. И если так вдуматься, да, то это порядка 8 метров тонкий и толстый кишечник внутри нашего организма. И от чистоты этого главного трубопровода нашего организма зависит очень много. Я хочу показать такую картинку, я ее часто показываю на своих встречах, да, раковина. И под раковиной есть вот это колено, которое всегда забивается, хотя сюда мы в туалет не ходим, да, и тут неприятный запах. И наш тонкий кишечник, а толстый кишечник, он как гармошечка. И вот таких, грубо говоря, колен здесь очень много. И это все накапливается. Если раньше считалось, что к 30 годам у человека накапливается 3 и более килограмм шлаков, то сегодня мы эту проблему видим уже в 15-летнем возрасте. С чем это связано? В пище сегодня очень много разных стабилизаторов, консерваторов, загустителей. Вот именно синтетики в нашей еде, которая не только загущает и стабилизирует, да, там, продукты, но и так же самое здесь способствует тому же самому, тем же, ну, грубо говоря, тем же процессам. И в результате это все условия для развития той самой патогенной микрофлоры, бактерий, грибков, паразитарной инфекции. А если еще нет регулярного стула, это говорит о том, что здесь уже все забито, то есть не выходит токсины все, не выходят из ЖКТ. А когда мы пьем воду, это для меня было вау, вода в сосуды поступает из нисходящего отдела толстого кишечника, то есть, грубо говоря, где весь альфатор собрался. И я хочу показать вам сейчас видео про кишечник. Я попрошу, чтобы вы включили его, чтобы вы увидели, какая связь между состоянием кишечника и разными заболеваниями. Можно без звука, я прокомментирую. Если... Здорового кишечника, чистого кишечника. Видите, все внутри розовенькое, гладенькое, видна капиллярная сеточка. Теперь хронический запор. Проход сужен, налипание, все это благоприятная среда для различных грибков, для различных мелких каких-то паразитов. Вот можно здесь увидеть что-то такое, да? Онкология груди. Смотрите, что внутри происходит, да? Как шахта. Человеку предлагают какое-то внешнее воздействие, а причина на самом деле, она внутри. Первое, что надо чистить. Онкология простаты. Слизь, налипание, видите, как
то организм пытается уже капсулировать эту грязь, какие-то там полипы и так далее, и так далее. То есть грязь вся внутри. Подагра — это изменение суставами. Вот что, какая картинка внутри кишечника. Ну и еще раз, как должен выглядеть здоровый кишечник. И, собственно говоря, таким он получается после очистки. Спасибо большое. То есть вы видите, какая взаимосвязь. Поэтому сегодняшняя тема, она архиважна и важна для осознанного отношения. Сейчас, может быть, не всем было комфортно смотреть это видео. Я помню себя, я тоже не могла его смотреть вначале, но я понимала, что это важно. И что, возможно, именно когда мы видим это видео, осознаем и делимся с другими людьми, мы кого-то можем спасти от онкологии. И какие есть, ну, скажем так, еще дополнительно внешние проявления, которые говорят нам о том, что проблемы с кишечником? Это упадок сил, это слабость, это различные кожные проявления, экземы, диатезы, все что угодно, выпадение волос, снижение настроения, боль в суставах, депрессивные состояния. Когда много слизи образовывается, да, и когда срочно надо принимать уже меры и дальше уже ждать некуда, это если у вас наблюдается, ну, у человека наблюдается диарея или боль ночью, если вдруг немотивированное похудение или набор веса, если есть слизь или кровь в стуле, или если диарея уже более 2 недель. То есть, ну, это уже такие как бы крайние ситуации. Ну, а в любом случае, при каких-то дискомфортах и состояниях, отличающихся от нормы, ждать незачем. Незачем ждать, когда уже гром грянет, да, как говорится. То есть о своем кишечнике нужно заботиться. Точно так же, как мы убираем в квартире, точно так же надо убирать внутри своего тела. И еще одну вещь, которую хотела бы обратить ваше внимание, это то, что в последние годы начало активно об этом говорить уже на научном уровне, да, специалисты, о связи состояния нашего кишечника с нашим мозгом. Ведь у нас внутри, в кишечнике, именно там живет наш иммунитет. И иммунитет – это не просто какое-то слово. Иммунитет – это живые бактерии, которые стоят на страже нашего здоровья, которые создают определенную среду внутри нашего организма. И дальше наш организм может функционировать и быть здоровым. И если что-то попадает, какой-то вирус и так далее, он может дать достойное противодействие. Так вот, очень интересное было исследование на животных. Вот, но тем не менее, как бы, что делали? Изучали значение нормальной микрофлоры для правильного созревания и функционирования мозга. И животным, я прямо хочу эту ситуацию, да, и животных с самого рождения поместили в стерильные условия. То есть у них напрочь отсутствовала кишечная микрофлора. Ну, я сейчас рассказываю про животных, но можно параллельно вспомнить, сколько сейчас деток рождается, допустим, да, и они не получают грудное вскармливание, то есть у них уже изначально есть проблемы с нормальной микрофлорой. Ну, в частности, у животных просто они были в стерильных условиях. И у этих животных значительно нарушилось правильное созревание и дальнейшее функционирование мозга. Проблемы с памятью начали развиваться, социальным поведением, нарушается система управления стрессом, тревожностью. То есть у них нарушились вот эти нейропластическая способность мозга. Где-то такая же примерно картинка наблюдалась у группы животных, у которых была микрофлора удалена с помощью сильных антибиотиков. А сегодня это очень распространенное, если даже человек проходит лечение антибиотиками, но бывают ситуации, когда это нужно, да, ну,
а бывает, когда это просто назначают и необдуманно, но никогда я не слышала того, чтобы у человека потом нормально восстанавливали микрофлору. То есть в лучшем случае он говорит, да, я там неделю или две попил там йогурт какой-то с бактериями. Ну, в нашей команде очень много специалистов, и мы очень часто, ну, благодаря разным там методам диагностики, да, наблюдаем это. Сколько раз я видела, что если, например, у моих подопечных антибиотик был полгода назад, 9 месяцев назад, смотрим микрофлору кишечника, она полностью нарушена, полностью дисбактериоз. Ну, допустим, оно еще не такой стадии, когда уже прям что-то сильно ярко-ярко, но уже дискомфорты есть, уже какие-то отклонения есть, уже иммунитет нарушен. Очень часто, когда с людьми общаюсь, и, например, там человек говорит, ну вот с такого-то времени у меня, с такого-то года или с такого-то там месяца, с такого-то места и такие какие-то повторяющиеся моменты, например, его жалобы начались вот с этого периода. Я всегда задаю вопрос, а что было где-то полгода вот до этого момента, как все началось? Было какое-то отравление, было какое-то лечение, вы антибиотики принимали? В 90 случаях это так. То есть в 90 случаях человек говорит, а, да-да, у меня там был грипп какой-то там, или что-то там, не знаю, отит, или что-то там такое, или гинекологию лечила, пила антибиотики. И вот эта связь, она настолько четко прослеживается. Поэтому игнорирование нашей полезной микрофлоры, игнорирование состояния кишечника недопустимо, если мы говорим о том, как сохранить и продлить активную свою жизнь, активное свое состояние и молодость организма. Что еще очень интересно? Сегодня уже опять же ученые доказывают то, что лакто- и бифидобактерии участвуют в синтезе дофамина, серотонина и других наших гормонов, которые отвечают за наше настроение. И, ну, наверное, сейчас многие люди вот этой весной, будучи под стрессом, ну, по крайней мере, у меня так случилось, и вот общаясь со своими тоже клиентами, мы обращали на это внимание, что неправильное было питание, больше углеводов, какие-то булочки там, да, в рационе или шоколад в рационе, и состояние депрессивное, состояние не очень комфортное, начали чистить свой организм, и прямо на глазах начало все меняться, состояние внутреннее, настроение меняться начало, и другое вообще мирозрение начало формироваться более позитивное. Поэтому нам этот момент крайне и крайне важен. Конечно, сегодня есть много способов, как можно почистить свой организм, да, люди там используют какое-то питание, садятся на диеты, но диета это не про то, чтобы почистить организм совершенно, плюс ко всему важно, какая это диета, да, насколько она сбалансирована, эта диета, потому что, опять же, если в организме грязно, если организм не почищен, а человек садится на диету, то его полезная микрофлора и так страдала, так она еще больше страдает, потому что не получает то, что ей необходимо. Если люди садятся на какое-то голодание, лечебное голодание, да, бесспорно, они получают определенные изменения в организме, если это еще контролируется, допустим, извне кем-то. Но никто не отменял фактора того, что внутри нас присутствуют различные паразитарные формы, да, те же самые и бактериальные формы, и глисты тоже присутствуют, мы взрослые люди, да, и тот фактор, что мы их не ощущаем, вовсе не говорит о том, что их нет, просто они тоже очень умные, и они знают, как прятаться внутри нашего организма и прячутся. И вот недавно такой вопрос прозвучал, а что же, когда люди, типа, ну, пьют паразитарные программы,
Но был вопрос, что фармпаразитарные программы, если мы делаем их с помощью фармпрепаратов, да, то они не выводят всех паразитов, которых нужно. Ну и вопрос, типа, а чего же не выводят? Типа, они же могут со стулом выходить. Дело в том, что не все паразиты, они находятся в нашем кишечнике, часть из них находится в желчных протоках, в печени, в поджелудочной, в крови, в бронхах, там, в бронхолегочной системе, например, аскариды, и они приводят к косметическим проявлениям, да. То есть они могут быть везде, где угодно. И, конечно, вот этот вот вопрос, он тоже очень важен. То есть садиться на какие-то диеты, на какие-то голодания, не сделав противопаразитарную программу, это себе во вред. Потому что мы можем голодать, но паразиты внутри нас голодать не будут. А кого же они тогда будут кушать? Да, ну, вопрос, наверное, мне не надо отвечать, это и так понятно. Вот. И когда мы ищем программу, которая будет комплексно подходить к этому процессу, что важно учитывать? Ну, во-первых, чтобы она была натуральная, чтобы она включала все наши дренажные системы, чтобы включался не только желудочно-кишечный тракт, да, чтобы наши желчные протоки включались, чтобы своевременно выходили токсины из организма, потому что если они вовремя не будут уходить, то можно на кожу получить реакцию, да, или еще где-то некомфортную какую-то ситуацию. Конечно, программа должна включать и разгрузочные дни, безусловно, и она должна также учитывать то, что должна быть поддержка нашей полезной микрофлоры, то есть организм на протяжении программы должен получать все необходимые ему микро-макроэлементы. Еще очень важным фактором, ну, это все, наверное, знают, ну, кто, если у нас сегодня первый раз, да, на наших встречах, мы очень часто говорим о воде, и вот вода во время программы чисток, это тоже очень-очень важно, какая вода, в каком количестве, слабощелочная, чтобы она вода была, чтобы она содержала необходимые микро-макроэлементы, какой ее окислительно-восстановительный потенциал, да, это такое, может, не совсем понятное всем определение, но все знают точно, что люди часто, ну, очень много, очень давних лет ездят на воды полечиться, да, вот, ну, например, в Украине это Моршин, да, известный очень, там, Трусковец. То есть люди, когда едут туда на источник, они пьют воду там, на источнике, они не везут ее домой, потому что она теряет свои свойства. Поэтому вот все эти названия там и, ну, другие разные названия, которые мы видим, то есть это уже вода искусственно полученная, собственно говоря. Так вот, когда там, на источнике, мы пьем воду, вот там вода определенными свойствами обладает. Попадая в организм, она выводит токсины из на клеточном уровне. Это невероятные вещи, поэтому люди получают для себя оздоровление там, ну а если мы такую воду пьем в процессе очищения кишечника, то тем более мы тогда чистим свой организм еще на клеточном уровне и выводятся токсины, грязь со всего нашего межклеточного пространства. И в компании Coral Club уже, ну, порядка 23 лет один из таких популярных программ по очищению организма является программа Калавада Плюс. Она у меня есть, потому что я скоро собираюсь ее проходить опять. И сейчас она есть в двух версиях. Есть Калавада Плюс, есть Калавада Лайт. Я всегда рекомендую начинать с Калавады Лайт. Она очень мягко, бережно работает. Плюс ко всему, она выводит пестициды, гербициды, в этом ее преимущество. Это, опять же, тоже достижение вот наших специалистов, кто работает с аппаратурой и исследует эти вопросы. А сегодня это очень важно, потому что многие люди стараются правильно питаться, больше овощи, фрукты, зелень, а там, к сожалению, содержание пестицидов, гербицидов достаточно высокая, потому что все это выращивается, естественно, в искусственных условиях, там, обрабатывается и так далее. Что хочу сказать про эту программу? Да, вот вы сегодня видели там видео тоже, эта программа как бы
показывалось до и после. Конечно, с одного раза прям вот так вот красивенько все не случится. Очень часто именно, ну, если человеку 15 лет, 17 лет, то красивенько так будет с одного раза. А если нам уже там 30-40, да, то, ну, обычно вот где-то 40, я всегда говорю, вот вы посмотрите, какой будет третья программа. Потому что первая программа, она снимает больше поверхностно. Там же у нас в кишечнике многослойность, да, вторая программа глубже, иногда бывает не совсем даже комфортно на второй коловаде или на первой коловаде, а вот после третьей коловады ты реально ощущаешь, если этого раньше не было, да, но вот третья, она совсем по-другому идет, совсем по-другому идет. Она идет легко, мягко, спокойно. И вот это действительно то состояние, когда ты понимаешь, да, у меня организм уже внутри чистый, поэтому я делаю просто профилактику и поддерживаю свой организм. Я пару слов хочу рассказать об этой программе. Она трехэтапная. Тут прямо вот так. Первый, второй этап и третий этап. Состоит она вся из травяных продуктов. Да, то есть, ну, вот в капсульном виде, ох, как у меня тут все сверкает, да, здесь и лист черного ореха, витаминно-минеральный комплекс, и детоксикационный сбор, и мягкое слабительное, и клетчатка. Также на протяжении всей программы отдельно бифидобактерии идут, мы их используем, также поддерживаем микрофлору. И программа, то есть первый этап идет 7 дней, или если вы пьете коловаду лайт, это будет 5 дней. Потом идет 4 дня очистки, когда пьется специальный коктейль. В коловаде плюс это так более жестко, да, это 4 коктейля в день и никакой еды, но чувства голода нет, потому что коктейль таким образом работает, чтобы он содержит в себе необходимые, опять же, микроэлементы, да, мы их получаем в капсулированной форме, дополнительно еще, то есть чувства голода нет, но организм чистится. А в коловаде лайт там 3 коктейля, они больше похожи на такие травяные овощные смузи, и можно раз в день там, или два раза в день кушать овощное суп-пюре. Извините. И, ну, она, тем не менее, также классно, очень здорово чистит организм. Коловаду Light рекомендуется людям, у кого есть проблемы с щитовидкой, у кого есть вопросы сахарного диабета, по причине того, что ну, нельзя голодать, нужно, чтобы что-то подъедать надо, да, ну, хотя, в принципе, и коловаду плюс они тоже пьют, такие люди, просто подъедают что-то. Какую лучше программу вам выбрать, из какой лучше программы вам начать, всегда подскажет ваш непосредственно консультант, поэтому без стеснений обращайтесь к нему, советуйтесь и будьте искренни, когда вы говорите о своем состоянии здоровья. Чем лучше, да, чем больше консультанта информации, тем он лучше сможет вам дать рекомендации. И третий этап в программе, который идет 3 дня или 5 дней, это восстановление микрофлоры, насыщение организма, для того, чтобы он уже начал работать на другом уровне. То есть мы таким образом очень природным и естественным путем мягко чистим наш кишечник, как говорится, отсюда по самый низ. Да? То есть это и тонкий кишечник чистится, и толстый кишечник чистится. Я вот не сказала в самом начале, да, ну, когда разные методы очистки начала описывать, да, есть такие еще системы, как гидроколонотерапия, или люди масла пьют. Чем они коренным образом отличаются от этой программы? Да? Гидроколонотерапия – это ну, клизмами, да? Кто не знает, что означает это название, да? Вымывается только, чистится только толстый кишечник.
тонкий кишечник, оно не затрагивает. Соответственно, проходит буквально там дней 5, все, что было в тонком кишечнике, спускается в толстый, там размещается, и опять процесс запускается. Когда люди пьют масла, касторка там и так далее, ну, я это называю, знаете, как сливной бачок в унитазе. Нажал, слил, а стеночки почистить нужен все равно ёршик. Так вот, как бы, поэтому масла с этой функцией не справляются. Налипания на стенке кишечника они не убирают. Благодаря вот этим специальным коктейлям, которые есть в программе Коловада, мы с этой функцией справляемся, и эта программа не только очищает кишечник и восстанавливает работу наших всех внутренних органов, она омолаживает наш организм на клеточном уровне. Совершенно другое состояние, ощущение, что сбросил несколько лет, просто помолодел по внутреннему состоянию, легкость, кожа совершенно другая становится, сиять начинает, глаза сиять начинают, да, уходит какая-то вот эта вот тусклость, появляется энергия, улучшается работа и печени, и поджелудочная, ну, естественно, кишечник. Кишечник же внутри у нас имеет эти все ворсиночки, и вот то, что делает еще вот этот вот коктейль, который входит в программу, он эти ворсиночки чистит, а через эти ворсиночки как раз идет впитывание полезных микроэлементов в наш организм. И сегодня, например, такая проблема, как, слышишь, там, дырявый кишечник или... нарушено, как это наши врачи могут подсказать, когда витамины, минералы плохо всасываются в кишечник, да? Нарушена вот эта функция. Таня, подскажешь? Как? Ферментативная недостаточность. Ферментативная недостаточность, да. То есть все вот это зависит как раз от того, насколько там все чистенько у нас, насколько слизистая в нормальном состоянии, да. Конечно, об этой программе действительно можно много говорить, огромное количество результатов. Я сейчас попрошу людей, кто проходил программу Коловада, пожалуйста, поделиться своими результатами. Мы включим сейчас микрофоны. Уходит вес на этой программе, если он должен уйти. У других людей, у которых недобор веса, после этой программы идет нормальное усвоение питательных веществ, идет восстановление веса. То есть программа, она действительно очень грамотно работает на нормализацию внутреннего нашего состояния. И еще мы получаем очень много результатов, когда у людей есть какие-то кисты, да, они тоже уменьшаются, или миомки, они тоже уменьшаются, но мы не говорим, что эта программа лечит эти проблемы, ни в коем случае, но тем не менее мы наблюдаем через УЗИ у людей состояние до и после. Вопросы эндокринной системы, гормональной системы, щитовидной системы, работаем с кишечником, меняется наша эндокринная система. Так, и дорогие друзья, пожалуйста, у кого есть какие-то результаты, буду очень рада. Включайте микрофон и поделитесь. Ир, я хотела бы рассказать о двух своих результатах, пока еще кто-то будет к нам подключаться. Программа Коловада – это программа, перед которой я буду, наверное, низко кланяться, и перед ее создателем Альбертом Зером, фитотерапевтом 6 поколений, который разрабатывал ее 36 лет. И поэтому, конечно, потрясающие результаты. Так вот, что касается лично меня, ну, во-первых, у меня на этой программе рассосалась опухоль в молочной железе 14 лет назад. И причем я не ставила себе такую задачу, я просто вычищала свой организм, делала раз в квартал такую программу. И вот на четвертой программе, как побочный эффект, в кавычках, да, это опухоль, которая была у меня до этого 15 лет, была размером 5 сантиметров, она просто за 2 недели рассосалась полностью, и вот уже 14 лет, как, слава богу, ее нет. И второй результат, ты мне просто напомнила, вот у тебя стаж проблем с кишечником был 28 лет, да, а у меня он был 40.
И, если честно, я себя не помнила до 40 лет, чтобы у меня была нормальная работа кишечника. И та же самая была проблема у моего папы, у моей бабушки. Я даже думала, что это где-то генетическое заболевание какое-то. Но каково же было мое удивление, когда после первой же коловады я пропила пробиотики с клетчаткой, да, и с тех пор, вот уже 15 лет, как все в порядке в этом вопросе. Кишечник работает как часы, и я, конечно, не перестаю удивляться этому результату сама и быть глубоко благодарной компании и Альберту Зеру за такую возможность восстановления здоровья. Супер, спасибо большое. Так, друзья, поднимайте ручки, кто хочет делиться результатом. Я уверена, здесь много людей, кто прошел ту программу, есть много людей, которые еще готовятся к этой программе, или думают, или еще не знают, что это такое, поэтому любой ваш результат, он будет ценен и поможет кому-то сделать первый шаг на пути к новой жизни, можно даже так сказать. На самом деле результатов очень много. Наверное, у нас сегодня все скромные собрались. Наверное, не готовы к включению. Да, я хотел сказать, Василий, да, здравствуйте. Да. Здравствуйте, друзья. Угу. Буквально два слова. В принципе, Коловада – это был мой первый продукт, через который я познакомился с клубом. Вот произвел впечатление очень-очень большое. То есть я не был толстым, я не был худым. Вот, у меня ничего не ушло, но самое главное, у меня поменялось практически все мое видение на продукты, на диету, что я хотел кушать, что хотел кушать мой желудок и так далее и тому подобное. То есть просто перевернуло все с ног на голову или с головы на ноги, я не знаю, как кто хочет. Вот, но, в принципе, для меня не было боязни, страха принимать эту программу двухнедельную, потому что это была Коловада плюс, я не понимал, как это не есть 4 дня. Вторая неделя, как это можно не есть, как это пить какие-то шейки и все такое. Оказывается, это самый кайф, когда вторая неделя, первые 4 дня, когда ты ничего не ешь, а пьешь эти шейки, и просто из тебя выходит со стенок, все это собирается, выходит такое. В общем, не бойтесь, ребятки, принимайте, это классно, это... Вы посмотрите результат просто на лицо. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, Василий сейчас обратил на это внимание. Благодарю, потому что меняются вкусовые пристрастия. Ты реально понимаешь, что все, что до этого на тебя тянуло так сильно, это, по сути, не ты хотел, а кто-то внутри тебя или как токсины, которые собрались, они тебя вели не в ту сторону. Абсолютно верно. Так. Бы сказать, Ирин, я смотрю, пока готовится, да, еще на одном моменте остановиться, что очень много, сотни результатов у нас в клубе, когда менялся и восстанавливался гормональный цикл у женщин, да, и наступала долгожданная беременность у тех, кто к этому стремился. Причем эти диагнозы бесплодия могли насчитывать не одно десятилетие. И после очистительной программы, после Коловады, у обоих супругов, особенно если это происходило, то наступала долгожданная беременность. Я наблюдала тоже таких пациентов, которые ко мне обращались, девушек, женщин с нарушением менструального цикла, и после Коловады цикл восстанавливался. Особенно после Коловады Light я видела такие результаты. А на Коловаде Плюс очень много беременности наступало. Так что еще один приятный бонус от программы. Да, у меня тоже в организации... 6 деток родилось в семьях, у которых, в принципе, уже, в общем-то, была хроническая проблема. Кстати, одна семья, то есть там муж прошел Коловаду, жена не успела, и они забеременели, 8 лет не было ребенка. Потому что с наши стрессы, которые в нашей жизни присутствуют, очень интересный такой момент, для мужчин расскажу, да, когда мужчины больше, вообще больше в стрессе, и поэтому, в общем-то, и сердечно-сосудистые заболевания раньше начинаются. Но стресс очень много забирает кальция из нашего организма, потому что кальций идет на то, чтобы нейтрализовать
ну, в общем, сейчас не буду говорить, там, процессы закисления и так далее, и так далее, а это влияет на качество сперматозоидов. А сегодня прямо такая распространенная проблема, реально очень многих проблем забеременеть. И если раньше это как-то так не сильно, ну, вот раньше это, скажем, 15 лет, то сегодня диагноз как-то медлительные сперматозоиды звучит очень часто в современном мире. Или там яйцеклетка как-то не созревает у женщины, или она не вынашивает нормально. Это все говорит о том, что организм настолько с токсинами, что он не способен к репродукции. И поэтому, конечно, как бы после колованды мы получаем, вернее, наши клиенты часто получают вот такие прекрасные подарки в виде долгожданных малышей. Так, Елена. Включайте микрофон, спасибо. Добрый вечер всем присутствующим. Я хочу поделиться своими впечатлениями. Первая программа, которую я проходила, это была Коловада Плюс, тогда Лайт не было. И я тоже, вот как Василий, очень долго настраивалась, боже мой, голодать, как это так? Есть какой-то непонятный коктейль. Для меня вот эти вот 4 дня голода, я только прочитала, это не для меня. Я долго откладывала. Вот, потом таки, да, решилась. И я получила действительно неимоверный кайф. Ну, во-первых, для меня даже первая прошла легко. Я получала море удовольствия 4 дня. Я не думаю ни о готовке, ни о чем. Выпил коктейльчик сытый, довольный и пошел гуляешь. Я потеряла порядка 6 килограмм за эти 2 недели. Причем, ну, я бы не сказала, что это какая-то там страшная жесткая диета. Просто теперь она вообще, это мой принцип питания, да, то есть не есть там особо жирного, там сладкого. Вкусовые рецепторы, кстати, поменялись. Я перестала есть там жареную картошку, я вообще никогда не ем уже и не люблю, и не хочу. То есть меняются эти все вкусовые рецепторы. И второй опыт мой был, ну, сейчас это уже далеко не второй, но потом появилась Коловада Лайт, и мне захотелось попробовать, а что же это такое новенькое, чем оно отличается. И был приятный бонус от прохождения этой программы, это ровная, без всякого целлюлита кожа, то есть она выровнялась, поскольку я ее проходила весной, то это было очень классно, как раз шортики, все, и все ровненько и красиво, то есть был такой вот приятный бонус. Спасибо, да, потому что на самом деле целлюлит – это проблемы закисления нашего организма и проблемы нарушения метаболических процессов. Так, кто еще? Так, Александр, включайте микрофон, да. Добрый день, добрый вечер, надеюсь, меня слышно, видно. Всем привет. Я свою первую Коловаду тоже решил взять плюс, но у меня было это осознанное решение. Как мужик решил, что гулять по полной программе, Коловада Плюс. И, честно говоря, очень ждал эти голодные дни, и для меня это был эксперимент. Я не буду лукавить и скажу, что они мне дались, ну, не очень просто, но результат того стоит. После 2 недель приема программы я избавился от 2 лишних килограмм. Основной вес токсинов я потерял на программе «Детокс». Вот. И самое главное, это та легкость, которую вы ощущаете. Это как после изнурительного дня принять освежающий душ. Вот это такое же состояние, только оно внутри. Это просто не описать. Вот не верьте на слово, просто сделайте это. Это очень круто. Спасибо. Саш, а детокс ты брал? Извини, ради бога, вопрос тебе сразу. Я очень извиняюсь ведущих. Скажи мне, детокс ты брал до того, как? До. Коловада Плюс. Да, до. Да. Спасибо. Так, Наталья Агасиева, включайте микрофончик. Нет, микрофончик нажмите. Не переживайте, на экран. Да, вот. Все включился, да, спасибо. Ну, я проходила много коловад. Свою первую Коловаду я проходила очень-очень давно. И как первый результат, да еще не было Коловады Лайт, на Коловаде Плюс получила, что у меня ушла сезонная аллергия, чего я не ожидала. После второй Коловады у меня ушли хронические головные боли. Боли были такие, что ничем не спазмы не снимались, были очень сильные головные боли, и они с тех пор ушли, и больше их нет. Я стала советовать. Вот у меня подружка, допустим, проходила несколько Коловад, и после очередной, она даже не знает после какой, после третьей или после четвертой, у нее рассосалась миома, чему она была очень
довольна, потому что она у нее была уже более 20 лет, такая вот прям хорошая миомка. Она говорит, мы будем наблюдать. Потом говорит, представляешь, говорит, я проходила коловады, одну, другую, третью пошла, у меня все чисто. То же самое другая девочка, подружка рассказывает, у нее был поликистоз. Тоже после коловады, ну, это коловада плюс была все, да? Вот эти вот все, ну, все это поуходило. Ну, вот такие вот, вот что я сейчас могу быстренько. Вообще, конечно, результатов очень-очень много. И также беременность, вот у меня подружка шутит, у них дети, вот все коловадники, да, по-моему, там 8 лет уже беременность не наступала, коловаду проходит, рождается ребенок, опять он подрастает, а потом решает мама еще пройти коловаду, и опять рождается ребеночек. Так что коловада – это вообще здоровье наше. Все. Да, ну, сейчас кто не планирует беременность, думает, а ну, что мне потом беременность? Не переживайте, дорогие друзья, ну, предохраняйтесь, естественно, конечно. Ну, про что говорит момент того, что люди, женщина потом беременеет? Это про то, что ее организм настолько омолаживается, да, что он в состоянии легко беременеть, легко вынашивать, и беременность проходит, как правило, уже совершенно по-другому. Правда, Наталья? У ваших подопечных это происходило. Филиппова Ольга. Всем добрый вечер. Я тоже хочу поделиться своим результатом. Ну, я пошла сразу на программу 90 дней, и меня провожали на коловаду, как в последний путь. Некоторые, да, и говорили, что это очень страшно. Ну, думаю, ладно. И когда наступили вот эти голодные дни, вы знаете, я потряслась просто этой, вот этими днями, потому что реально не нужно готовить. Выпил. Ну, я пошла на каскадную коловаду Light. Мне очень понравился такой вариант. Через детокс, вот, и я сделала их 3 штуки подряд, и что удивительно, я даже не заметила, как у меня пошел вот этот лимфодренаж, я потеряла 16 килограмм, вот, мне 52 года, да, и состояние реально такое очищенного мозга, я давно не сказала, что это очищенного кишечника, но так как это наш второй мозг, то я почувствовала, что реально я посмотрела другими глазами на мир. То есть у меня тоже ушел хлеб абсолютно, я перестала есть мясо, я вообще перестала заморачиваться насчет еды. У нас такой был культ еды, мы любили очень вкусно покушать, у нас там был такой огромный стол, яств разных, вот. И для меня коловада стала просто самой любимой моей программой. То есть вот сейчас она у нас на скидках, и мне мой наставник Галина Мостовой говорит, не надо, тебе уже надо кормить организм, а я ее хочу. Вот это самая любимая программа, она реально работает. Все, благодарю, у меня все. Спасибо большое. Да, действительно, сейчас в этом месяце коловада Light с очень хорошей акцией. Обратите на это внимание, используйте эту возможность. Действительно, меняются пристрастия. И это даже, знаете, как уходят мысли о еде, начинаются мысли о чем-то другом вообще, да, о чем я, чем я в жизни занимаюсь, а что мне интересно, а что делает меня счастливым, а что меня интересует, то есть как-то вот начинает меняться что-то внутри, структурируется, видимо, и вот такие прекрасные результаты, конечно, получают. Ну, вот вы слышали сейчас, пару слов добавлю, голод-голод, ну, как я уже говорила, это дни коктейлей. Мы их условно называем голод, потому что нет привычной такой еды. В коловаде Light супчики можно, да, а в коловаде Plus нет привычной еды. И действительно, когда первый раз проходишь ее, просто в шоке от того, как много в нашем мозгу место занято культом еды. Как будто мы в эту жизнь пришли только кушать и в туалет ходить. Да, а тут появляется поле еще для деятельности. Мечты вспоминаешь свои. Ну что ж, дорогие друзья, мы на этом нашу встречу уже заканчиваем. Я благодарю вас за все ваши результаты, которыми вы поделились. При гипотиреозе начинайте с коловады Light. Больше я никаких вопросов не вижу в нашем чате. Да? То есть, собственно говоря, наверное, все в ожидании, что это за программа, они появляются потом. Есть один вопрос, Игорочка, спрашивают, какую коловаду лучше при гипотиреозе? Да-да, вот я сейчас сказала, при гипотиреозе лучше начинайте с коловады Light, постепенно. Так, ну, всем здоровья, всем легкости и полюбите
свое новое состояние и откройте в себе очень много нового в своем теле. Всем пока.